Так, друзья, находимся в Италии, в городе Пезаро. Пезаро или Пезаро. Сейчас идем в сторону моря. Море у нас тут Адриатическое. Начинаются красивые места. Вот здесь у нас отели идут, самые дорогие, по набережной. Такие интересные, своеобразные памятники. Земля разорванная какими-то то ли железной дорогой, то ли пулеметной очередью. Лентой, точнее. Что-то в этом роде. Вот красивый фонтан. Очень красиво, как они за всем этим ухаживают, просто удивительно, что вот трава, вот, пожалуйста, лежит себе человек на травушке, буравушке, отдыхает. Вообще сила тут, такой воздух и вообще атмосфера очень хорошая, какая-то умиляющая. Пляж. Кругом отели, все по набережной, и люди отдыхают. Много, кстати, на велосипедах итальянцы тоже катаются, но, конечно, не так, как эти голландцы, нидерландцы, но все равно. Thank you.
Да, вот такие вот дела, друзья. Такой пляж у нас в Пизаро. Вроде правильно говорю это название. Сейчас взгляну еще раз. Пизаро или Пизаро. Пизаро, да, Пизаро. Песочек. Нормальный песок. Да, песок. И море. Вообще Адриатическое это море. Очень красиво. Я уже в нем не раз в него запуливался, когда в Геате был. В Греции. Такая вот красота, что пока выключаюсь, надо будет, я думаю, искупнуться. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.